Видео записано специально для сайта repti.ru. Всем доброго времени суток, меня зовут Бубенков Игорь, и вы находитесь на Мэнкете. В настоящее время я являюсь действующим репетитором по трем основным школьным предметам, таким как информатика, математика и физика. И стаж моего преподавания насчитывает уже более 3 лет. Давайте расскажу немного о себе. В настоящее время я обучаюсь в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, по направлению информационно-аналитические системы безопасности. Поступил туда как олимпиадник, и поэтому этот этап был для меня достаточно простым. Что касается подготовки учеников, как я уже и говорил, готовлю к информатике, физике, профильной математике, ко всем видам экзаменов, включая ЕГЭ, ОГЭ, поступление в различные лицеи, физмат, школы и так далее. Но так как информатика является моим профильным предметом, тут спектр услуг немножечко повыше. Я преподаю такие языки программирования, как Python, Java, C++, C. Кроме этого, могу потянуть знания в объектно-ориентированном программировании и в базах данных, то есть там мы уже используем SQL Oracle. Что касается успехов моих учеников по сдаче единого государственного экзамена, вы можете посмотреть это в моей анкете. На этом, я думаю, все. Приятного вам вечера или другого времени суток. Спасибо большое за уделенное мне время.